В этом году центр отмечает 20-летие. Отчетный концерт назвали «Содружество ликующий родник». Сегодня Лазаревский центр имени Крикора Мазлумяна входит в список особо ценных объектов культурного достояния Краснодарского края. Наш центр национальной культуры объединили всем центрам национальной культуры. Более 7 тысяч участников – это участники наших творческих коллективов. Только 41 творческий коллектив имеет почетные звания «Самодеятельный народный коллектив». Познакомиться с традициями и обычаями народов зрители также смогли на выставках. В фойе концертного зала можно было увидеть национальные костюмы, предметы быта и услышать народную музыку. В ноябре в честь юбилея Центр национальных культур планирует провести еще один большой концерт в поселке Лазаревское.